Студент Самарского политеха Михаил Донец занимается волонтерством и состоит в Молодой гвардии «Единой России» уже 2 года. Для него школа парламентаризма – стартовая площадка будущего политика и возможный социальный лифт. Я хочу с помощью школы парламентаризма пройти, так сказать, в сам парламент, дальше достигнуть высот, допустим, стать депутатом. Я хочу сделать для людей что-то полезное. Этот образовательный проект позволяет людям от 16 до 35 лет попробовать свои силы в законодательной и исполнительной власти. Организаторы рассказывают, что получили большое количество заявок. По конкурсу 5 человек на место, прошли 50 победителей. До середины декабря они будут стажироваться в органах власти и общественных организациях. Мы на площадке Думы также будем встречаться еще с главами комитетов, с молодыми депутатами. Это очень важно сейчас, поскольку ребята хотят видеть себя в отражении. А депутаты, особенно молодые, могут подсказать им, дать какой-то первоначальный опыт для того, чтобы им дальше было проще ориентироваться в политике и в общественной деятельности. Работа с молодежью городская дума ведет много лет. Одно из важных направлений – помощь в профессиональном самоопределении. При Думе с 2010 года действует молодежный парламент, где можно набраться знаний о муниципальном управлении. У нас есть такая потребность и в кадрах, есть потребность не только в кадрах промышленных предприятий, народного хозяйства, но есть в кадрах и муниципальных служащих, политических деятелей. После завершения обучения в школе парламентаризма участники разработают собственные социальные проекты и законодательные инициативы, а также смогут побывать на обучение в Государственной Думе России.